Ребят, всем привет! Сегодня будет коротенький видосик. Хочу записать видео в 2К на GoPro. Видите, зацепил ее на шею. Вкратце, быстро погоду покажу и побежим. Монтировать сильно не буду. Тепло. Пробегусь. И мне, ну, интересно, какое качество будет 2К. Потому что обычно я снимаю Full HD. Ну, на GoPro-шке. Вот, поэтому все. Оставайтесь со мной. Погнали. Ключи ложу в задний карман, у меня вот такой вот есть. Сейчас выбежим на улицу, покажу вам турники мои. Блин, мать вашу нахрен, зацепилась. По минимуму, то есть. Я, кстати, сейчас сушусь, ну, немного просушился, но еще не сильно. Хотя, довольно-таки сильно. У меня, кстати, голова немного сгорела, поэтому пришлось намотать футболку. Все, покочился немного. Теперь пробежка до парка Анны Ахматовой. Там пляж. Микрофон стоит в авто, то есть он должен шумы подавлять, когда ветер, а когда нет, в стерео переключаться. 2К, 60 кадров в секунду, низкий битрейт. Низкий битрейт — это где-то порядка 60 килобит в секунду должно быть на битрейде. Ну, посмотрим. Чего я хочу добиться этим? Ну, во-первых, проверить, как с шеи будет записывать. Во-вторых, посмотреть, качество будет урезать YouTube или нет на таком разрешении. Потому что на Full HD хоть в каком-то битрейте не пишешь, хоть сотку, он его урезает. Поэтому я решил 2К проверить. Все, погнали. Сегодня я, блин, немного заряжен. Что самое интересное, в 2К... камера намного быстрее, ну, разряжается, потому что, во-первых, качество лучше, во-вторых, греется она сильнее, понимаете, потому что энергии требует больше. Поэтому посмотрим, стоит ли овчинка выделки. Вот это лютый райончик. Здесь типа как в совдепе. А тут мы покупаем табак для кальяна. Это называется ЦУМ. Кстати, кинотеатр «Россия». Фу. Вообще, как с шеи вам вид? Просто посмотрите предыдущие видосы. Ну, кто следит за каналом, там я снимал с головы. Сейчас снимаю с шеи. Шея, видите, может быть поинтереснее ракурс. А может и нет. Мне нравится шея, очень удобно. Итак, вот этот ЦУМ пятак. Там Сельпо магазин, прикиньте. Вон вывеска еще старая, украинская. Итак, парк Анны Ахматовой. Небольшая парковка, магазинчики. Фу. Сколько цветов, как все пахнет. Вот волейбольное поле. Там еще есть теннисное. Короче, ребята на чили. Вон теннисное вдалеке. Видели такие шахматы? Прикольно. Но народу, как я вижу, нормально. Чил начинается. Люди немного удивляются, когда видят камеру на шее. Ну, потому что на самом деле, ребята, это непривычно. Ну, чтобы у вас висела камера на шее. Ну, там на шлеме, на голове, да. На шее нет. Побежали до пирса. Как раз сейчас туда припаркуюсь и прыгну. В этот раз камера не слетит. Кто не видел, посмотрите предыдущие выпуски. Там у меня камера с головы слетела, искали всем пляжем. Парень нашел. Илья. Спина моя. О, Варя, где?
Нет, 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 нет